На улице Станкостроителей в среду рано утром горело производственное здание. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного около 6 часов. Прибывшие на место происшествия подразделения обнаружили горение прессованной ваты внутри двухэтажного ангара. Пламя распространялось очень быстро. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Напомним, уже второй раз за неделю пламя бушует в производственном здании. В минувшую субботу в Кохме полыхал склад подушек. Трое рабочих эвакуировались до прибытия подразделения пожарной охраны. В настоящее время на место происшествия работает следственная оперативная группа, устанавливается причина возникновения пожара. По предварительным данным, пожар произошел в результате переработки вторичного сырья.